Убрать остатки снега, мусор, устранить граффити. На заводском шоссе, которое стало первым пунктом в графике объезда главы Самары Елены Лапушкиной, много частных территорий. Ответственность за их содержание несут собственники. Елена Лапушкина поручила главе района Вадиму Бородину провести с ними беседу, чтобы они привели в порядок свои площадки. Большая работа предстоит в Кировском районе. На территории местного рынка вместо разрозненных киосков должно появиться торговое пространство, оформленное в едином стиле. Реконструкция внешнего вида фасада. Замена устаревших торговых мест на более современные, новые. Вот, рынок существует с советского времени, соответственно, поэтому корни его оттуда. Мы частичную реконструкцию торговых мест провели. Работу мы начали уже года 4 или 5 назад. Вот, самое наше наследие тяжелое – это контейнера железнодорожные. Поэтому мы от них избавляемся сейчас активно. В общем-то, вы видели, что вторая часть в сторону Березовой аллеи сейчас реконструируется. В рамках современных веяний будем, соответственно, приводить в порядок оставшиеся торговые места. Работы будут проводиться в рамках муниципально-частного партнерства. По периметру обустроят тротуар, высадят деревья, сделают освещение. Как почетной, так и по нечетной стороне в этом году будет благоустроена улично-дорожная сеть. Будут дополнительно организованы расширение дороги, будут благоустроены парковочные карманы, нестационарные торговые объекты, те, которые портят облик города, будут убраны. Вся торговая деятельность будет осуществляться как раз внутри, в зоне торговли сейчас. А торговые объекты будут как в этом, так и в следующем году приводиться в порядок к единому формату. Похожая ситуация на Новосадовой рядом с торговым центром «Май». Пестрые ряды киосков создают визуальный шум и портят внешний вид улицы. Поручение главы состоит в том, чтобы привести фасады все в единое состояние, соответственно, рекламные конструкции привести в единое состояние, чтобы не было, скажем так, никакой симметрии. С той стороны, со стороны трамвайной линии у нас тоже, соответственно, будет приведена реклама вся в единое состояние. Здесь ближе к трамвайной линии расположены нестационарные торговые объекты, которые, к сожалению, пока выглядят непристойно, неблагоприятно. Поэтому в этом году планируется их визуализировать несколько иначе, сделать их современными, привлекательными, для того, чтобы они, жители, горожан, радовали своим внешним видом. Проекты реконструкции по всем объектам утвердят к следующей неделе. Тогда же станут понятны и сроки выполнения работ. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.